Всем доброго утречка и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 20 декабря. Еще 4 дня и будет Рождество. Праздник скоро. Праздник уже рядом. Город еще спит. 8 утра. Воскресенье. Сегодня у нас, кстати, 4 адвент. Всех с праздником. А я бегу встречать рассвет. Сейчас покажу вам. Какой замечательный рассвет, как весной, классно. Сейчас покажу, какой огненный рассвет. Сейчас переверну камеру, покажу вам. Это ли не прекрасно, когда просыпается все. Жалко, что камера не передает всей этой красоты. Помните, я говорила про тренажер, что там можно в любой момент уйти с дистанции. Здесь нет. Мне еще бежать километр. Сегодня немножко другой круг делала, побольше. А мне бежать вон туда. Классно. Кто молодец? Светик молодец. Фух. Сегодня мы немножко больше пробежали. Больше было в горку. Полоса с препятствиями. А сейчас меня ждет мой горячий капучино. А, какая березка. Красавица. Покажу весной, какая она будет. Красавица. Фух.
Все, всем хорошего дня. Мы же еще сегодня не открывали наш адвент-календарь. Сегодня у нас 20 число. 20-е, что у нас тут? Сейчас достанем. Угу. Какой-то наездник на лошадке. Ну, окей. Будем сейчас завтракать и пить капучино. Такой вкусный капучино. Я тут на просторах интернета нашла один рецептик. Называется «Мясо под шубой». Но меня это как-то заинтересовало. Решила своих мужчин побаловать. Сейчас приготовлю. Правда, готовится он 2 дня. Сегодня мы будем мясо мариновать. На ночь оно должно мариноваться. А завтра мы уже его будем выпекать или запекать в духовке. Так что покажу вам этот рецептик. Может быть, вам тоже понравится, и вы тоже приготовите себе. Для маринада нам понадобится свининка, соль. У меня тут 2 перчика. Один сладкий красный, другой черный. И томатная паста нужна. Это у нас будет маринад. Потом у нас будет еще соус. Для соуса нам нужен будет сметана, майонез, горчица, чеснок и сыр. А это будет маринад. В общем, сейчас будем мариновать. Мясо я порезала вот на такие вот кусочки. Примерно сколько тут? 1,5-2. Ну, пусть 2 сантиметра, да? Вот. Сейчас я их буду мариновать. И в чашечку на балкон. Пусть постоят суточки. Ну, ночь пусть постоят. А завтра я их в духовочку. Ну, вот такой вот получился у нас маринад с мясом. Сейчас мы его вынесем. Будет у нас мариноваться. А завтра уже продолжим. Ну, вот и настал наш 2-й день. Мясо у нас замаринованное. Делаю я соус здесь. Вместо сметаны я использую вот такой вот ремолады. Под видео будет рецепт и вот такой уже тертый сыр. Сейчас буду показывать, как все делаю дальше. В общем, соус размешиваю и буду выкладывать мясо на противень. Накладывать этот соус на мясо. И у нас еще будет картошка сверху. Так, мы выложили мясо. Теперь вот этот соус будем накладывать на мясо. Вот так вот выкладываем мяску. Делаем такую шубку. Так вот у нас получилось. Теперь разложим картошечку и посыпем сыром сверху. Теперь мы вот эту красоту отправляем в духовочку, а потом мы уже посыпем сыром. Вот такая картошечка получается. Сейчас мы ее посыпем сыром и опять в духовку. Нам нужно закрыть мясо сыром. Картошку можно закрывать. И отправляем опять все это в духовку. Все уже приготовилось. Теперь осталось положить на тарелочку и попробовать. Вот такая вот красота у нас. Сейчас будем пробовать. После сытного обеда полагается погулять. Сейчас поедем куда-нибудь в красивые места. Погуляем. Безлюдные. Куртофан мой. Рит, помнишь, курточку покупали вместе? Классная. Выгулять ее надо. А то все серо-серо. А я такая красная. Сейчас заводи красавицу. Поедем.
Сима, откройся. Себе рождественский базар у нас на балконе. Сейчас сварю глютвейн и пойдем пить вино. И вас возьмем с собой. Начинаем с сердечки. Устали от забот, все пройдет. Вам немножко не везет, все пройдет. Вот у нас какой базар рождественский. Ну-ка, берите свой глютвейн. Покажу, вот какой у нас тут свечки наши. Адвентик. У нас тут орешки, запеченные яблочки и наш глютвейн. Вот так вот мы сидим тут, а кайфуем. Да, Саш? Мой Вайнаксман укутался, чтобы не простыть. Текс, текс. Что там? Музыку ищем. Давай, стукнемся, а то он уставает. Еще парит. Он парит. Давай. За ваше здоровье. А, кстати, сегодня же 20 декабря. У Макса день рождения. Макс, здоровья тебе и твоей семье. Максим. С днем рождения тебя. Давай. Это за твое здоровье. Happy birthday to you. Будь здоров. Happy birthday to you. У нас света музыка, света и музыка здесь. Ритусик, помнишь Новый год? Сейчас бы в пляс пошла, ну. Места мало. Давай-ка выйдем за это.
настроение поднимается. Ну какой же Новый год без даты, без даты? Извиняюсь. Что мы? Света. Мы продолжим сейчас наше веселье, а я буду прощаться с вами, чтобы вы этот влог могли посмотреть еще сегодня. Выложу его быстренько вам и смотрите, наслаждайтесь. Надеюсь, это видео вам понравится, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока и до новых встреч!